Мы очень рады приехать сюда, в храм Джаганнатха, и увидеть всех преданных. Мы только что вернулись из Украины. Вчера мы были на Украине, и там мы были на Вьясапуджа Шрилы Гурудева. Это очень хорошая функция. 800 devotees participated. Было очень замечательное событие, в котором участвовали около 800 преданных. We had nice kirtan and some nice discussion. У нас были замечательные киртаны и замечательные обсуждения. Now we're very happy to be here. Сейчас мы очень рады приехать сюда. So we will chant for a few minutes, then we'll have a little discussion, then we will chant some more. Мы пару минут попоем, потом поговорим, потом еще попоем. And many times devotees they ask the question what we should think about. Очень часто преданные задают вопрос, о чем следует думать, когда мы повторяем Харе Кришну. Devotees say, what should our meditation be when we chant Hare Krishna? Они думают, что должно быть нашей медитацией, когда мы повторяем Харе Кришну. Now, many of our Vaishnava acharyas, they have given descriptions and meditations on Shri Krishna's holy name. И многие наши вайшнавские ачарьи давали описание того, на что нужно медитировать, когда мы повторяем святые имена Шри Кришны. Shri Bhaktivinoda Thakur has done that, and Raghunath Das Goswami has done that. Это делал Шрила Бхактивинода Такура и Раганатха Дас Госвами. And Gopal Guru Goswami, he has done that. И Гопал Гуру Госвами тоже это делал. And Sri Chaitanya Mahaprabhu, he has given his instructions in the Sikshastakam.
И Шри Чайтанья Махапрабху дал свои наставления Шри Чашке. And our Srila Prabhupada also, he gave instructions on what is the meaning of the Hare Krishna Mahamantra. И Шрила Прабхупада тоже дал наставление о том, что является значением Хари Кришна Махамантры. Prabhupada's definition is like this. Определение Прабхупады такое. O my Lord, O the energy of the Lord, please engage me in your service. О мой Господь, о энергии Господа, пожалуйста, займите меня в служении вам. So the, according to Srila Prabhupada, the chanting of the Maha Mantra is an appeal to the Lord for service. Согласно Шриле Прабхупаде, повторение Хари Кришна Маха Мантры это мольба Господу о служении. Not just an appeal to the Lord Himself, but an appeal to the energy of the Lord, or an appeal to Shrimati Radharani, that she would engage us in Krishna's devotional service. И не просто обращение к самому Господу, а обращение к энергии Господа, обращение к Шримати Радхарани, чтобы она заняла нас в служении Господу. In the Bhagavad Gita, Lord Krishna, he speaks about what is the consciousness, or what is the psychology of the great devotees who have eternally surrendered their souls to the Lord. В Бхагавад-гите Господь Кришна описывает сознание или психологию преданных, которые навеки вручили себя служению Господу. And there he says, Mahatmanas tumam partha divin prakritim ashrita. He says that the Mahatmas, or the great souls, are those people who have fully taken shelter of the internal potency of the Lord. И он говорит, что махатмы или великие души это те люди, которые приняли полное прибежище у внутренней энергии Господа. So Srila Prabhupada said that when we chant Maha Mantra, our consciousness should be engaged in this way. И поэтому Шрила Прабхупада говорил, когда мы повторяем Махамантру, то наше сознание должно быть занято подобным образом. We should be requesting Krishna, please allow me to fully surrender to you. Мы должны просить Кришну, пожалуйста, позволь мне полностью вручить себя тебе. And to become your devotee. И стать твоим преданным. And his appeal to Srimati Radharani, please allow us to fully surrender and that you will engage us in Shri Krishna's devotional service. И это мольба Шримати Радхарани, пожалуйста, позволь мне нам сделать так, чтобы мы полностью приняли прибежище у Кришны и займи нас при чистом преданном служении Господу. And a devotee hopes for that full surrender and absorption in devotional service in all dimensions of life. И преданный, он надеется на эту возможность полностью принять прибежище в преданном служении во всех, на всех стадиях своей жизни. Meaning, now all of us are practicing devotional service. Имеется в виду, что сейчас мы все практикуем, тренируемся в преданном служении. This evening, Gopi Janabalaba was reading a nice verse to me from the Chaitanya Charitamrita. Сегодня вечером Гопи Джанабалабху прочитал мне замечательный стих из Чайтаньи Чаритамриты. And it was a verse that was spoken by Lord Chaitanya to Srila Sanatana Goswami when he was giving such big instructions on bhakti to Srila Sanatana. И это стих, который Господь Чайтанья произнес Шри Санатане Госвами, когда он давал ему свои обширные наставления. And he said that when devotional service to the Lord is rendered by the living entity through engaging all of his senses in the service to the Lord, this is called sadhana bhakti. И он сказал, что когда преданное служение, преданный совершает для Господа, занимая все свои чувства, органы чувств служения ему, это называется sadhana bhakti. And the potentiality of engaging in this sadhana is the awakening of bhava-bhakti. И результатом, потенциальным результатом занятия садхана-бхакти является пробуждение бхава-бхакти. Meaning that we come to the position of attaining the grace of Sri Krishna
becoming liberated from the influences of the three modes of material nature. Это означает, что мы достигаем положения служения Господу Шри Кришне и свободы от влияния трех вод материальной природы. And then the potentiality of coming to the liberated platform is that we can meet Krishna and then engage directly in his devotional service. И потенциал, который дает освобожденное состояние, то, что мы можем встретиться непосредственно с Кришной и заняться прямым непосредственно служением Ему. In the Gita, Lord Krishna says, come to the spiritual platform. В Гите Господь Кришна говорит, поднимитесь на духовный уровень. If you come to the spiritual platform, your heart will become satisfied. Если вы поднимитесь на духовный уровень, ваше сердце будет удовлетворено. He says, with a satisfied heart, you will stop the business of always hankering for something more in this world. И когда сердце будет удовлетворено, вы прекратите это занятие, постоянно стремиться к чему-то большему и большему в этом материальном мире. When you stop hankering for more and more, naturally, you will give up the process of lamenting when that more and more is taken away from you. И когда вы останете это занятие стремиться к чему-то большему и большему в этом мире, вы естественным образом перестанете сокрушаться, когда это нечто большее не приходит или уходит наоборот. He says that when you come to the spiritual platform, you will develop what he calls samadrishti. Samadrishti means equal spiritual vision. Он говорит, что когда вы поднимаетесь на духовный уровень, вы достигаете самадрищи, означает равное духовное видение. Like now we do not have samadrishti. Как, например, сейчас у нас нет самадрищи. Now we see that there are some girl bodies and we see that there are some boy bodies. Как, например, мы видим, что вот есть какие-то тела девушек, тела юношей. Or we see that there's Russian bodies or Kazakh bodies. Или видим, что вот есть русские тела, есть казахские тела. Or white bodies or black bodies. Или белые тела, или черные тела. But when one will come to the spiritual platform, one will perceive the true nature of the soul. Но когда человек поднимется на духовном уровне, он будет воспринимать и подлинную природу души. And then Sri Krishna says that in that position, you can actually meet me. И Кришна говорит, что в этом положении вы на самом деле сможете встретиться со мной. And then, in that position, your bhakti can actually begin. И в этом положении ваша связь через бхакти начнется. So this is why the devotee will sincerely and honestly pray to the Lord when chanting Hare Krishna. O my Lord, O energy of the Lord, please engage me in your service. Вот почему преданные будут искренне и рьяно молиться Господу, когда повторяет святые имена. О, мой Господь, о энергии Господа, пожалуйста, зовите меня в служение Его. While I'm here, always keep my mind and senses absorbed in your service. Пока я еще здесь, всегда сделай так, чтобы мой ум и чувства были постоянно заняты в служении Тебе. And if you choose to bestow your great mercy upon me and allow me to go to the spiritual platform, then on the spiritual platform, always keep me engaged in your devotions. Если ты будешь милостив ко мне и позволишь мне вернуться, подняться наверх на духовный уровень, то и на духовном уровне, пожалуйста, сделай так, чтобы мои чувства и ум всегда были заняты служением Тебе. Srila Prabhupada has said in the Chaitanya Charitamrita. Srila Prabhupada сказал в Chaitanya Charitamrita. That a pure devotee of Krishna has no way of perceiving happiness or experiencing happiness in life outside of the fact if Krishna is happy or not. Что он говорит, что преданный он не имеет никакой возможности воспринимать какое-либо счастье вне рамок того факта, что счастлив Кришна. Now that's an interesting point. Это интересная мысль. That all of us have thought about, say, from a philosophical perspective. То есть о котором можно подумать с философской точки зрения. We understand, as Krishna's devotees, we're supposed to make Krishna happy. Мы понимаем, что будучи преданными Кришне, мы должны приносить счастье Кришне. But a pure devotee of Krishna, it goes beyond just philosophy, it goes to sort of the platform of experience.
Но чистый преданный Господу, он поднимается за, выходит за рамки философии, он переходит на уровень непосредственного опыта восприятия этого. I was listening to one of my God brothers discuss this point. Я слышал, как эта мысль обсуждал один из моих духовных братьев. And he was describing like this. Он обсуждал примерно так. Say it's in the middle of the summer in Moscow. Предположим, сейчас мы находимся в Москве в середине лета. And it's 42 degrees. На улице, например, 42 градуса. And it's terribly, terribly hot. Жутко жарко. And we're feeling miserable. И мы чувствуем очень плохо, страдаем. But then if Krishna says, actually it's cool outside. Но Кришна говорит, это прохладно-то, а? Then we will have the experience of it being cool and pleasant, because that's what pleases Krishna. И тогда мы ощутим, что очень приятная и прохладная погода, потому что это то, что приносит удовольствие Кришне. So the awakening of Krishna consciousness, it will go beyond just the, you know, philosophical concept that I should make Krishna happy, to the experiential experience, or the experience of actually feeling the happiness of Krishna. То есть и сознание Кришны начинает выйти еще за рамки философского понимания счастья Кришны и непосредственно начинает погрузиться в непосредственный опыт восприятия счастья Кришны. Or I just saw my disciple Guru Hari. Или же вот я только что видел своего ученика Гуру Хари. He's a very wonderful cook. Он очень хороший повар. And he used to cook in the restaurant when the temple was in Begovai. Когда храм был на Беговой, он готовил там кафе. And he used to make pizza over there. Он там готовил пиццу. And it wasn't like Russian pizza. Это была не какая-то такая пицца по-русски. It was like real pizza. Это была настоящая пицца. And I mean, I can remember the taste of that pizza making water come in my mouth. Я помню, как я вспоминаю вкус этой пиццы, у меня слюнки текут. So we all love pizza. Мы все любим пиццу. But if Krishna says, "Well, I don't like pizza." Но если Кришна скажет, я не люблю пиццу. Then we feel, we have the experience. No, pizza's not good. Да мы просто почувствуем, но будет непосредственный опыт того, что нет, пицца это невкусно. So Srila Prabhupada, he made this point that a pure devotee of Krishna has no way of the perception of happiness other than is Krishna happy or not? И Шрила Прабхупада, он именно это и объясняет, что чистый преданный, у него он никоим образом не в состоянии испытывать счастье вне рамок того, что просто Кришна счастлив. So our constant prayer and our constant meditation is please engage me in your service. И наша постоянная молитва, постоянная медитация, пожалуйста, займите нас служением вам. So that by engaging in your service, I may please you and make you happy. Чтобы занимаясь служением тебе, я мог доставить тебе удовольствие и сделать еще что-то. So, let's chant Hare Krishna. Давайте попоем Hare Krishna. And we will chant with, we should chant with careful meditation. Мы будем повторять с очень такой тщательной медитацией. Let's not plan to go too fast. Давайте не будем, то есть запланируем не слишком быстро, чтобы идти. Meaning we should take the time to hear the Maha Mantra, and we should take the time to concentrate on the Maha Mantra and hope that our consciousness will become overwhelmed by the Maha Mantra. Это означает, что мы должны выделить время того, чтобы слушать Маха Мантру, чтобы медитировать на нее и позволить Маха Мантре проникнуть, пропитать наше сознание. And let us have good meditation. Давайте устроим хорошую медитацию. Please, please, please allow me to engage in your service. Пожалуйста, 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 позвольте мне заняться служением вам. Now there's another point that I've thought about lately when requesting the devotees to chant together. И еще одна есть большой момент, о котором я недавно подумал, когда просил преданных вместе воспевать. Well, many times when we chant, we're hoping to achieve something. Очень часто, когда мы повторяем мантру, мы делаем это с надеждой чего-то достичь. So like sometimes we're doing japa, we'll be Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, we'll be thinking, you know, let me attain something. То есть когда мы повторяем мантру, то есть я хочу, пожалуйста, позвольте мне чего-то добиться. Or we'll be, you know, chanting in kirtan and maybe dancing like mad, and we'll be thinking, oh, let me attain something.
мы поем на киртане или танцуем, и нас мысль, что я хочу чего-то добиться. But instead of chanting with the motivation to achieve, let us chant with the motivation, or let us chant with our hearts in the condition, not to just achieve, but to receive grace and mercy from Shri Krishna. Но давайте же вместо того, чтобы повторять петь святые имена с мотивом, с внутренним стремлением достичь чего-то, делать это с внутренним стремлением получить милость Кришны. Let us try to chant in such a way that we open our hearts and receive the grace of the Lord, which is flowing from the Lord. Давайте петь святые имена с такими мыслями, чтобы мы могли получить милость Господа, которая течет от Него. Okay, Hare Krishna. Success of the percussion department. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare. Krishna, 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 Krishna.
Thank you.
Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Yeah.
Krishna.
Krishna, 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 Hare, Hare, Hare. Hare Hare.
Krishna,
Hari Hari. Hari Namo. Hari
Shri Krishna Sanchitan ki jai. Hari Bol, 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 Radha Gopina, Radha Gopina, Radha.
Thank you.
телефон мобильный выключите, пожалуйста, если у кого-то еще живо. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you all for chanting so nicely. Большое спасибо за то, что вы замечательно так пели. And I would like to repeat the words of Jasomati Nanda Prabhu. Я бы хотел повторить слова Jasomati Nanda Prabhu. Everybody should turn their mobile phones to silent. Пожалуйста, переключите все мобильные телефоны на беззвучный режим. We will repeat. Everybody, please turn their mobile phones to silent. Мы повторим еще раз, пожалуйста, выключите телефоны мобильные. And one last time. И последний раз. Everybody, please turn your mobile. Пожалуйста, все выключите свои мобильные телефоны. Let me see if I've turned it off. Сейчас я посмотрю, меня тоже выключу. We've been reading some verses from Lord Chaitanya's Shikshastikam. Мы читали стихи из Шикшастики Господа Чайтаньи. Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu is Sri Krishna. Господь Шри Чайтанья Махапрабху это Шри Кришна. Can you close that door, please? А можно закрыть двери и сказать там, чтобы потише? Or request the ladies outside to. Или матаджи снаружи попросить. Put their talkers on silent режим. Включить свои громкоговорители на беззвучный режим. Шри Чайтанья Махапрабху is Шри Кришна. Шри Чайтанья Махапрабху это Шри Кришна. This is described in the 11th canto of Srimad Bhagavatam. Это описывается в 11-й песне Шримад Бхагаватам. There was a king who had brought together many Brahmins and they were performing yajna. Один царь собрал вместе много Брахманов, они совершали йоги. And then nine great saints appeared on the scene. И затем на сцене появились девять великих святых. And they are known as the Nava Yogendras. Их называют Нава Йогендрами. And they were very effulgent and very realized saints. Они были очень блистательными и осознавшими себя святыми. The Srimad Bhagavatam describes that these saints were so effulgent that they were shining more brightly than the fire that was coming from the sacrifice. В Бхагаватам описывается, что эти святые настолько светились, что они светились сильнее, чем огонь жертвоприношения. So the king took advantage of their wise and saintly association and began asking questions. И царь воспользовался возможностью получить такое святое возвышенное общение и начал задавать вопросы. This is the nature of a devotee. Такова природа преданного. That he wants to ask questions about Krishna. Он хочет задавать вопросы о Кришне. He wants to ask questions how to understand Krishna. Он хочет задавать вопросы о том, как понять Кришну. He wants to ask questions how to approach Krishna. Он хочет задавать вопросы, как приблизиться к Кришне. He wants to ask questions what is the goal of serving Krishna. Он хочет задавать вопросы о том, какова цель служения Кришне. So the saints were speaking.
И теперь говорят мудрецы. And one of the saints began describing the incarnation of Krishna for the different ages. И один из святых начал описывать воплощение Кришны в разные эпохи. And then he began to describe the Kali Yuga avatar. И он добрался до Кали Юга аватара. He had told the king that Krishna comes in different ages and he has different colors and engages in different activities. Он сказал, что Кришна приходит в разные эпохи, приходит в телах разного цвета и занимается разными видами деятельности. But when it came to describing the Kali Yuga avatar, he cited a specific verse. Но когда дошло дело до описания Кали-Юга аватара, он процитировал один стих. He said, Krishna Varnam Tvisa Krishnam Sangopangas Praparshadam Jagnai Sankirtan Prayer Jajantihi Sumedishaha. He said that the incarnation of Krishna in the Kali-Yuga always sings Krishna's name. Он сказал, что воплощение Кришны в Кали-Югу всегда поет имена Кришны. He said, the Kali-Yuga incarnation is exactly the same as the Dwapara-Yuga avatar of Krishna. Он говорит, что воплощение в Кали-Югу в точности такое же, как воплощение в Двапара-Югу Кришна. He said, there is a difference that in Dwapara-Yuga Krishna is black, and in Kali-Yuga he's not black, he's gold. Разница в том, что в Двапара-Югу Кришна черный, а в Кали-Югу он не черный, он золотой. He told the king that just like Krishna came with all of his friends from Goloka Vrindavan and Dwapara Yuga, in the same way Krishna in Kali-Yuga comes with his eternal associates. Он сказал, что потом, как Двапара Юга, Кришна пришел с Голока Вриндавана вместе с своими вечными друзьями. Точно так же в Кали-Югу он тоже приходит с своими вечными спутниками. And he said, and he told him, he said, when Krishna came in Dwapara Yuga, he brought weapons with him. So when he comes in Kali-Yuga, he brings weapons also. Он сказал, что когда в Двапара Югу Кришна приходит, он приносит с собой оружие. И когда он пришел в Кали-Югу, он тоже принес с собой оружие. And it's been described the weapon of the Kali-Yuga avatar, Sri Chaitanya Mahaprabhu, was his phenomenal beauty and the Hare Krishna Mahamantra. И говорит, что оружием Шри Чайтанья Махапрабху в этом воплощении была его необычайная красота и Хари Кришна Махамантра. And then the saint concluded his description to the king by saying that in Kali-Yuga, if a person has nice intelligence, he will worship the incarnation of God through the performance of chanting Hare Krishna mantra. И к завершению он сказал, что в Кали-Югу, если у человека будет достаточно развитый разум, то он будет поклоняться этому воплощению Бога через воспевание Hare Krishna mantra. So Sri Chaitanya Mahaprabhu is that avatar of Krishna who is described in the Srimad Bhagavatam. Господь Чайтанья Махапрабху является той аватарой Кришны, которая описывается в Шримад Бхагаватам. And when Chaitanya Mahaprabhu was here, he naturally performed many phenomenal activities. И когда Чайтанья Махапрабху был здесь, он совершал естественным образом множество необыкновенных явлений. Most remarkably is that he exhibited where he gave a demonstration of relationships based on pure love amongst all of his devotees. И самое выдающееся из этого было то, что он показал, продемонстрировал взаимоотношения, основанные на чистой любви с его близким преданным. Like if you read Chaitanya Charitamrita, or if you read Chaitanya Bhagavat, or you read these different literatures about Chaitanya Mahaprabhu, you always become overwhelmed by the nature of the love that the devotees shared amongst one another. Как когда мы читаем Чайтанья Чаритамриту, Чайтанья Бхагавату, нас всегда потрясает природа этой удивительной любви, которую питали друг друга его преданные.
And Lord Chaitanya exhibited pastimes of love because he wanted all of his devotees to have relationships based upon love with one another. И Господь Чайтанья проявлял эти взаимоотношения любви, потому что он хотел, чтобы все преданные также между собой питали любовь друг к другу, имели такие отношения. Чайтанья Махапрабху spread the chanting of the Hare Krishna Maha Mantra for everyone within the world. Господь Чайтанья Махапрабху донес воспевание Хари Кришна Маха Мантры до каждого в этом мире. Sometimes Чайтанья Махапрабху would be confronted by very big and profound philosophers, and at that time, Chaitanya Mahaprabhu would debate with them on the basis of the Vedic literatures, and he would, by his debate, he would change their understanding or their conception of what is God. Иногда Господь Чайтанья Махапрабху бросали вызов великие глубокомысленные философы. И Господь Чайтанья вступал с ними в философские дебаты, и в них он переубеждал и менял их представление о том, что из себя представляет Бог. This was the case with Sarvabhauma Bhattacharya and Prakashananda Saraswati and others. Такова была ситуация с Сарвабхаумой Бхаттачарьей, Пракашананда Сарасвати и другими. Then for the last 18 years of his life, Sri Chaitanya Mahaprabhu resided in Jagannath Puri. Затем последние 18 лет своей жизни Господь Чайтанья Махапрабху жил в Джаганнатхапуре. And specifically in the last 12 years of his life, he lived in the very, very close association of his two most favorite friends. И в особенности последние 12 лет своей жизни он жил в обществе, тесном обществе своих двух близких друзей. And in the association of his friends, he relished different understandings of what is Krishna consciousness. И в обществе своих друзей наслаждался различными пониманиями того, что такое сознание Кришны. Like in the material world, when friends get together, they try to relish different tastes of the material energy. Как в материальной жизни, когда друзья собираются вместе, они пытаются наслаждаться разными вкусами материальной энергии. And generally, in doing so, well, many times people have a tendency to become degraded. И очень часто в процессе этого люди опускаются. Because their understanding of happiness is to, say, become lost in some sort of intoxication. Потому что часто их понимание счастья заключается в том, чтобы забыться в одурманивающих веществах. Then perform degraded activities. И заниматься всякой порочной деятельностью. Chaitanya Mahaprabhu and his associates, when they would come together, they would relish the tastes of Krishna Bhakti. Но Chaitanya Mahaprabhu и его спутники, собираясь вместе, наслаждались вкусами Кришна Бхакти. They would take verses from different literatures, and they would look at the verses from all different angles and perspectives. Они брали стихи из различных ведических произведений и затем смотрели на эти стихи с различных точек зрения. And Śrīla Prabhupāda described that this is what Krishna consciousness is. Śrīla Prabhupāda говорит, что это и есть сознание Кришны. Meaning we take the topic of Krishna and we look at the topic of Krishna from different sides and different angles. И означает, что мы берем какую-то тему, связанную с Кришной, и смотрим на эту тему с различных углов и точек зрения. Of course, it's quite impossible to understand Krishna in full because Krishna is unlimited. Конечно, совсем невозможно понять Кришну в полной мере, потому что Кришна безграничен. But the more one will examine the topic of Krishna, the more one will taste the sweetness of Krishna. Но чем больше мы будем изучать темы, связанные с Кришной, тем больше мы будем ощущать его слабость. So Chaitanya Mahaprabhu and his associates, they did this. И Чайтанья Махапрабху с его спутниками занимались этим. They were always tasting. Они всегда кушали. Just tasting and tasting and tasting. Кушали, кушали, кушали. And Kaviraj Goswami describes that sometimes they would taste verses of Srimad Bhagavatam. И Кавирадж Госвами описывает, что иногда они вкушали стихи из Шримад Бхагаватам. Sometimes they would taste verses written by Jayadeva Goswami. Иногда они вкушали стихи, написанные Джайадевой Госвами. Sometimes they would taste verses written by Ramananda Roy.
Иногда они вхожали стихи, написанные Равананда Рой. Sometimes they would taste verses written by one Chandidas. Иногда они вкушали стихи, написанные Чандидасом. Sometimes they would taste the verses of Bhava Mangal Thakur, who wrote the Shri Krishna Karnamrita. Иногда они вкушали стихи Бхава Мангала Такура, написавшего Шри Кришна Карнамриту. And then, you know, tasting their Krishna consciousness and their emotions for Krishna would increase. И когда они вкушали их, то их вкус сознания Кришны, их эмоции Кришны усиливались. This is really our duty and our responsibility as well. И на самом деле это также наш долг, наша ответственность, обязанность. We should be tasting Krishna so that our understandings and our emotions and our love for Krishna will always be rising. Мы должны вкушать Кришну, чтобы наши эмоции и понимание, любовь к Кришне усиливались. Like the other evening, I was in Dnipropetrovsk, and I gave a simple example. Как я помню, несколько дней назад вечером я был в Днепропетровске и дал привел простой пример. Like we may hear a topic of Krishna, and we may just leave it at that. Мы можем слушать темы, связанные с Кришной, ну и слушать себе. But we may hear a topic of Krishna, and we may try to taste it, relish it. Но мы можем слушать темы, связанные с Кришной, вкушать их, наслаждаться ими. So the very example I gave was potato. И самый простой пример, который я дал, был пример картошки. And somehow I just thought about potato because potatoes are so dear to Russian people. То есть так иначе я вспомнил картошку, потому что русские так любят картошку. And so you just say potato, and you think, okay, potato. Ну можно, ну как картошка просто, ну картошка еще. But because I'm a cook, I could try to relish the taste of potato. Но поскольку я повар, я могу пытаться насладиться вкусом картошки. So I would say, take the potato. Boil it in water. Поэтому я говорю, возьмите картошку, отварите ее в воде. And then take it from the water and take the skin off. Затем вытащите из воды и счистите кожуру. Then cut it into nice-sized pieces. Затем нарежьте такие на хорошие кубики. And then take a pan. Затем берите сковородку. And put about this much olive oil on the bottom of the pan. Значит, на дно как-то сковородки вот примерно столько оливкового масла налейте. Or ghee. Или ги. Or whatever oil you like. Или любого масла, какое вам больше нравится. Then put a few cumin seeds in there. Положить туда немножко семян тмина. And then take one green chili and chop it very, very fine. Затем возьмите один зеленый чили и очень-очень мелко его порежьте. And take some ginger and chop that very fine also. И тоже возьмите немного имбиря и тоже его очень мелко нарежьте. Then toss it in the oil. И поджарьте, обжарьте немножко. And then it starts to sizzle a little bit. И она начнет шипеть. And then put a little hing in there. Затем положите немножко асафетиды. And then you take those just potato. Потом берете эти обычные кубики картошки. And you put them in the oil. И кладете их в масло. And you start frying them. И начинаете зажаривать. And they start getting crispy. И они начинают становиться хрустящими. And gold. И золотистого цвета. They're like gold and crispy on the outside and soft like butter on the inside. Они такие очень блестящие, золотые снаружи, внутри такие настоящие. And then you take them out of the oil. Но вы затем вытаскиваете их из масла. Make sure they have enough salt and black pepper on them. И не забудьте их посолить и поперчить черным перцем. And then offer to Krishna. И затем предложить Кришне. And because you're Russians, и поскольку вы русские, we'll put a big bowl of smetana on it. Надо поставить большую чашку сметаны. And like the water starts to come in your mouth. Начинают течь слюнки. See, because we're sort of like tasting the topic of potato. Потому что мы вкушаем тему картошки. And topics of Krishna can be tasted also. И тема Кришны тоже можно вкушать. And really, 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 this is what we're supposed to do. И на самом деле это то, что мы должны делать. We're supposed to relish Krishna. Мы должны наслаждаться Кришной. And by relishing Krishna, we become satisfied and realized. И наслаждаясь Кришной, мы вычерпаем удовлетворение и осознание. So Chaitanya Mahaprabhu, he would relish in that way with his friends. И Чайтанья Махапрабху таким образом наслаждался со своими друзьями. And also,
Lord Chaitanya would relish his own verses called the Sikshastakam. And his relishing of Sikshastakam is not that he just sat down one day and spoke Sikshastakam and that was it. Мне просто не думать, что он просто как-то в один прекрасный день уселся, продекламировал Шикшаштаку, и на этом все закончилось. But year after year after year, in the evening, he and his devotees, they would sit, and they would talk about Шикшаштаку. Год за годом, по вечерам преданные садились вместе, и они говорили про Шикшаштаку. What does each word of Шикшаштаку mean? Что значит каждое слово Шикшаштаку? If we look at it from this angle, what does it mean? Если мы посмотрим с этой стороны, то это что означает? А если с этой стороны, то что это будет означать? И наши великие осознавшие себя ачарьи объяснили нам, the Sikshastakam alone, the eight verses of Sikshastakam, contain the complete science of devotional service. Что всего лишь эти восемь стихов Шикшаштаки содержат в себе всю полную науку сознания Кришны. Sikshastakam contains everything from the dawning of transcendental faith to the highest pinnacles of Krishna Prema Bhakti. Стихи Шикшаштаки содержат в себе все, начиная от самого рассвета, начальной веры в Кришну, кончая высот зенита любви к Богу. Sikshastakam explains the entire science in terms of sambandha, abhideya, prayojana. Sikshastaka объясняет всю науку в разрезе самбандхи, абхидея и прайоджана. Chaitanya Mahaprabhu was very fond of giving explanation in this way. Chaitanya Mahaprabhu очень любил давать описание в подобном свете. He would see everything, any object or any topic, in terms of relationship and the process of devotion and the goal of devotion, which is loving God. Он любил рассматривать любую тему с точки зрения в разрезе взаимоотношений и метода преданности и также цели окончательной любви к Богу. The topics of Sikshastakam contain all relevant information concerning sadhana bhakti yoga and bhava bhakti and prema bhakti. Стихи Шикшаштаки содержат в себе всю необходимую информацию о sadhana bhakti yoga, bhava bhakti и prema bhakti. Like we know that there's sadhana bhakti. Как, например, мы знаем, существует sadhana bhakti. And we cited a verse that earlier that Gopi Janabalabha had read to me this afternoon. Мы ссылали, упоминали этот стих раньше, который я тогда прочитал Гопи Джанабалабха. When Chaitanya Mahaprabhu says that when one is serving Krishna through his senses, that is called sadhana bhakti. Где Chaitanya Mahaprabhu говорит, что когда человек слушает Кришне, используя органы чувств, называется sadhana bhakti. And the potential of serving Krishna with all of one's senses is the awakening of bhava bhakti. И потенциал служения Кришне, используя все органы чувств, это достижение бхава бхакти, пробуждение бхава бхакти. And bhava bhakti means that bhava bhakti essentially means conditioned life is finished and liberated life begins. И бхава бхакти по сути означает, что закончилась обусловленная жизнь, началась освобожденная жизнь. And liberated life, according to the Bhagavatam, it means all temporary forms finished. И освобожденная жизнь в соответствии с Бхагаватом означает, что все временные формы, образы с ними покончены. And it means that the person will become fixed in understanding of Swarup. Это означает, что человек утверждает в своем понимании своей Сварупы. And then Swarup means two things. Сварупа означает две вещи. Swarup means our constitutional form. Сварупа означает наш изначальный образ. And Swarup means Krishna, the Supreme Personality of Godhead. И Сварупа указывает на Кришну, верховную личность Бога. Who is the eternal form that all forms come from. Который является изначальным обликом, с которого исходят все остальные облики. So that is Bhava Bhakti. Это Бхава Бхакти. Our acharyas have described that Bhava Bhakti is like the first ray of sunlight in the morning. Ачарьи описывают, что Бхава Бхакти подобно первому лучу солнечного света на восходе.
meaning it is the first ray of the progressive development of prema bhakti. Это означает, что это первый луч поступательного развития према бхакти. And then the potentiality of that, as we mentioned earlier, is the awakening of prema. И потенциалом этого, как мы уже раньше упоминали, является пробуждение премы Кришны. Now generally when we use the word prema or love in the material conception, it means it's quite a broad term. Обычно, когда мы используем слово «према» в любых материальных представлениях, то это означает достаточно широкий спектр всего. I love my mother. Я люблю свою маму. I love my iPhone. Я люблю свой iPhone. I love my dhoti. Я люблю свою дхоти. I love my dog. Я люблю свою собаку. I love my shoes. Я люблю свои тапочки. The love becomes quite generalized. Любовь, она так очень обобщается. But our acharyas have explained that transcendental love is very scientific. And there are progressively higher and higher levels of love which are understood in proportion to one's attachment to Krishna. И существуют все более и более последовательные высокие уровни проявления любви, которые связаны пропорционально тому, насколько мы привязаны к Кришне. Which culminates in the Mahabhava, the greatest love. То в конце концов кульминирует в Махабхаве, или самой величайшей любви. So generally when we say Sikshastakam, when we recite the Sikshastakam, we're not really thinking of all of these different things being within the eight verses of Sikshastaka. Я обычно повторяю Сикшастаку, мы не задумываемся во всех этих разных вещах, которые содержатся в Сикшастаке. Generally we sit down after Mangalarti and we may recite, and then after 3 minutes it's finished and that's it. Обычно после Мангаларти мы усаживаемся, повторяем Сикшастаку, 3 минуты проходит, и на этом все заканчивается. Lord Chaitanya for 12 years he used to sit with his friends and discuss the meanings of Sikshastaka. Господь Чайтанья 12 лет усаживался с друзьями и обсуждал значение Сикшастаки. And the essence is this. И суть ее такова. Param Vijayate Shri Krishna Sankirtanam. And this Param Vijayate Shri Krishna Sankirtanam, it means that the supreme process of spiritual realization in Kali Yuga is the chanting of the holy names. В этих словах Param Vijayate Shri Krishna Sankirtanam, что означает высшим методом совершенства духовного сознания, является Шри Кришна Санкирта, воспевание святых имен. And Vijayate means victory. Vijayate означает победу. So if you'll chant Krishna's holy name, you'll become victorious by the grace of Shri Krishna over the three modes of material nature. И если вы будете повторять святые имена, то по милости Господа Шри Кришны вы победите три гуна материальной природы. And then Shri Krishna Sankirtan. So he specifically says Shri Krishna. И затем Шри Кришна Санкиртан, конкретно говорит Шри Кришна. And Shri Krishna means that we should chant Radha Krishna. И Шри Кришна означает, что мы должны повторять Радха Кришну. Or Hare Krishna. Или Хари Кришна необходимо повторять. So there's a lot to taste in the Sikshastaka. Поэтому в Сикшастаке есть очень много чего вкушать. And we will read just a few of Lord Chaitanya's transcendental instructions tonight. И мы сегодня вечером прочитаем всего лишь несколько из трансцендентных наставлений Господа Чайтаньи. Lord Chaitanya says, Господь Чайтанья говорит, Sankirtan hoite Papa samsara nashana chitta shuddhi sarva bhakti sadhana udgama. So he says, by performing the congregational chanting of the Hare Krishna Mahamantra, он говорит, совершая совместное воспевание Хари Кришна Махамантры, different things will happen to the living being. С живым существом будут происходить разные вещи. The first is that the chanting will destroy the sinful condition of material existence. Первое то, что воспевание уничтожит греховные условия материального существования. So he says in his verse, he says, Papa samsara nashana.
which means the annihilation of materialistic life resulting from sins. Он говорит, что это папа самсара нашином, уничтожение материальной жизни, которая пресекает из грехов. So we all know that we are here on the basis of the things that we've done in previous lives. Мы все знаем, что мы здесь присутствуем вследствие тех поступков, которые совершали в прошлой жизни. We enjoy in this life based on some pious activities that we did in the previous life. Мы наслаждаемся в этой жизни вследствие благочестивых поступков, совершенных в прошлом. And then we engage in sinful activity based on sin performed in previous lives. И мы также страдаем в соответствии с грехами, совершенными в прошлой жизни. And if we take like a broad look at human society, things are pretty sinful out there. Если посмотреть непредвзято на человеческое общество, то оно довольно в греховном состоянии. You know, people are engaging in so many varieties of sinful life. Люди занимаются самыми разнообразными аспектами греховной жизни. But Chaitanya Mahaprabhu here says that if we chant Hare Krishna, then the sinful life of material existence will be annihilated. Но читаем Прабху ясно говорит, что если мы примем Кришна Санкиртана, то это греховное условие состояния материалистической жизни, ему придет конец. The chanting of the holy names will purify the unclean heart. Воспевание святого имени очистит неоскверненное сердце. Now, when I look out, I see many faces that I've seen for the past 18 years. Если я оглянусь по сторонам, то я наблюдаю множество лиц, которые я вижу уже лет 18 последних. And we think, oh, 18 years chanting Hare Krishna. И мы думаем, о, 18 лет повторения Хари Кришна. Why aren't we seeing Krishna face to face? Почему же мы никак не увидим Кришну лицом к лицу? Or why is it that when I sit down to chant my japa in the morning, I'm just not melting in a flood of tears? Почему же, когда я утром сажусь повторять свою джапу, меня не наводняют потоки слез? And that's because the heart is really a storehouse of many impure things. Это потому, что наше сердце является настоящим складом всякой оскверненных вещей. You see, different stages of sinful reactions stored within the heart. В нашем сердце хранятся разные стадии проявления греховных реакций. And that's what keeps us from really running to Krishna. Это то, что удерживает нас от того, чтобы мы побежали, устремились к Кришне. That's what keeps us from seeing Krishna. Это то, что удерживает нас от того, чтобы мы могли увидеть Кришну. It is a verse that probably many of you have read in the Srimad Bhagavatam. Есть стих, который говорят, многие из вас читали Шримад Бхагаватам. And it's like basically the verse says like this. И в целом стихе говорит следующее. It says when I sit down to chant the holy names, if my heart does not melt and tears do not flow from my eyes, it's because my heart is entrapped in a steel cage. Там говорится, что если когда я сажусь повторять святые имена и мое сердце не тает и слезы не текут у меня из глаз, означает, что мое сердце оно окутано в железную арматуру. Has anyone ever read that verse before? Читал кто-нибудь этот стих раньше? Anyone? Number of people. Heart is in a steel cage. Значит, что сердце железобетонное. So that steel cage is like sin and offenses. И эта железная арматура подобна грехам и оскорблениям. But here Chaitanya Mahaprabhu says, just chant. Но здесь Chaitanya Mahaprabhu говорит, просто повторяйте. Learn the science of chanting the Maha Mantra purely. Научитесь искусству чисто воспевать Махамантру. And then all of the inauspicious things of the heart will be removed. И тогда все неблагоприятное сердце уйдет. And then he says that by chanting, all varieties of transcendental devotional service will become awakened. Он говорит, что в результате повторения святых имен все разнообразные виды преданного служения пробуждаются. And many times we just think, oh, well, I have to complete my japa, or I have to cook my offering, and that's my devotional service. Иногда мы думаем, вот я сейчас только совершу, то есть все предложу или же завершу свои круги, и на этом мое преданное служение. But
закончим. But here the Lord says that if you chant many, many varieties of transcendental devotional service will become awakened within your heart. Здесь Господь Читание говорит, что если вы будете воспевать, то самые разные виды и подвиды преданного служения пробудятся в вашем сердце. And our acharyas have told us how on the transcendental platform there's a variety of relationships. И наши ачарьи, они учили нас, что на трансцендентном уровне есть целое много, большое разнообразие взаимоотношений. Like we, sometimes we read and we hear how Krishna's little servant friends serve him so nicely. Иногда мы читаем, как маленькие друзья, слуги Кришны, они так чудесным образом служат ему. Or we read how he, you know, plays around with his boyfriends. Или мы читаем о том, как он играет со своими друзьями-мальчишками. And they go out with the cows, and they wrestle, and they do so many things. Они пасут коров, там борются и занимаются всякой разностью. Or we read about Jasoda Devi's love for Krishna. Или мы читаем о любви, которую питает Кришна Ясода Деви. Or we hear about how Krishna, he has loving affairs with the young ladies of Vrindavan. Или мы читаем, как про романтические приключения Кришны с молодыми девушками Вриндавана. So understanding of all these different varieties of devotional service can be awakened if we will chant Hare Krishna. И понимание всего этого разнообразных аспектов преданного служения может пробудиться, если мы будем повторять Харе Кришна. Lord Chaitanya doesn't say that it will become awakened if you perform tapasya. Господь Читания не говорит, что вы пробудитесь ко всему этому, если будете совершать тапасию. He doesn't say that it will become awakened through gyan. Он не говорит, что это все пробудет через гьяну. He doesn't say that it will become awakened by just giving in charity. Он не говорит, что все это пробудется, если вы будете заниматься благотворительностью. Or by being a very exact grihastha, a very exact sannyasi. Или став примерным грихастхой или примерным саньяси. He says it will become awakened if we will purely chant the holy names of the Lord. Он говорит, что это все пробудется, если вы будете чистым образом воспевать святые имена Господа. Lord Chaitanya says, the result of chanting is that a person will awaken his love for Krishna. Результатом воспевания будет то, что человек пробудит свою любовь к Кришне. And when you awaken your love for Krishna, you will taste transcendental bliss. И когда вы пробудите любовь к Кришне, вы будете вкушать трансцендентное блаженство. Ultimately, in that awakened state, we will attain the association of Krishna. И в конце концов, в этом пробужденном состоянии мы достигнем общения с Кришной. And we will engage in Krishna's devotional service. И мы займемся преданным служением Кришне. And we will feel as if we have dipped ourselves within a great ocean of love. И мы будем ощущать, как если бы мы окунулись в огромный океан любви. So that's very nice. Это очень замечательно. It says that the result of this chanting process is that love for Krishna will awaken within the heart. Он говорит, что результат этого метода воспевания будет то, что любовь к Кришне пробудится в нашем сердце. Now many times we've heard it said. Очень часто мы слышим, как это говорится. That our original state of consciousness is to love Krishna. Что наше изначальное состояние сознания — это любить Кришну. And then Srila Prabhupada says that that original loving propensity came in contact with the material nature, and then that got transformed. И Шрила Прабхупада говорит, что когда это изначальное состояние сознания соприкоснулось с материальной природой, оно преобразовалось. It went from love to lust. Из любви в страсти. So the process of chanting Hare Krishna is to transform the lust back into love. И метод, цель метода повторения Харе Кришна в том, чтобы преобразовать страсть обратно в любовь. And according to how you do it, that much it will happen. И зависит от того, как вы будете это делать, настолько это и произойдет. Like if you want to have a relationship with somebody, then you have to give time to the relationship, and you have to give attention to the relationship. Как, например, если вы хотите иметь с кем-то взаимоотношения, то вы должны уделять этим взаимоотношениям время и энергию. Is that a fact? Это так? Say we have people sitting here who've been married for many years. Как, например, здесь есть семейные пары, которые уже много лет женаты. And to have like a successful relationship in marriage,
you always have to be investing time in the relationship. То есть и для того, чтобы получить успешные отношения в браке, нужно всегда вкладывать время в взаимоотношения. And you have to be attentive to your partner. И нужно уделять внимание своему партнеру. If you're not attentive, things will not be good. Если вы не будете внимательны, то ничего хорошего не получится. And you don't, if you don't give time to make it happen, it won't happen. И если вы, а если вы не будете уделять этому времени, то ничего, не произойдет. So in the same way with Krishna, we have to put time into our relationship, and we have to give Krishna quality time. И подобным образом, если мы хотим развить отношения с Кришной, мы должны уделять время этим взаимоотношениям, и это должно быть качественное время. And we have to be very attentive to Krishna. И мы хотим быть очень внимательными к Кришне. That's why when we were chanting tonight, I asked everybody, please just really turn off everything else and just be very attentive to the sound of this mantra. Поэтому сегодня вечером, когда мы пели, я попросил, чтобы все на самом деле отключились от всего и очень внимательно слушали и отнеслись к звуку мантры. You don't have to do anything else now. Сейчас больше не нужно делать ничего. You don't have to worry about your job. Не нужно беспокоиться о своей работе. Don't have to worry about the kids. Не нужно беспокоиться о детях. Don't have to worry about the bills. Не нужно беспокоиться о ваших каких-то расходах. While we're sitting here, you just hear the sound of the Maha Mantra and let that mantra flow through you. Когда мы сидим здесь, нужно просто слушать звук Маха Мантры, чтобы эта мантра потекла через вас. Pay very, very careful attention to the mantra because the mantra is Krishna. Пожалуйста, уделяйте очень внимательное внимание мантре, потому что мантра это Кришна. And what will be the effect? И каков будет результат? Krishna will say, yes, this Krishna Das is paying attention to me. Да, Кришна Дас уделяет мне внимание. He's serious about having some relationship. Он серьезно относится к нашим взаимоотношениям. Let me give him some mercy. Поэтому я дам ему немного расы. And then when Krishna gives his mercy, what happens? Милости, вернее. И когда Кришна дает свою милость, то что происходит? Then sex desire goes away. Тогда это половое желание уходит. Then material hankering goes away. Материальные стремления уходят. Understanding comes. Приходит понимание. This is all the blessings of Krishna. Это все благословение Кришны. But if we're totally inattentive to Krishna when we're chanting, но если мы совершенно не внимательны к Кришне, повторяясь в имена, Krishna will think, why should I give that person my mercy? He's not even paying attention to me. Кришнская подумает, чего я ради должен давать свою милость этому человеку? Он мне даже внимания не уделяет, не обращает на меня внимания. So giving attention to the development of the relationship with Krishna. Поэтому нужно уделять внимание развитию взаимоотношений с Кришной. The Lord Chaitanya says, if you do it, all varieties of love will awaken within your heart. Господь Читания говорит, что если вы будете это делать, то все разнообразные аспекты любви пробудятся в вашем сердце. So that's why this chanting process is very, very important. Поэтому этот метод воспевания очень-очень важен. Again, so many times when we ask people questions, we hear them say. И еще одна вещь, очень часто, когда мы задаем людям вопрос, мы часто слышим такой ответ. It takes time to become Krishna conscious. Для того, чтобы стать осознающим Кришну, требуется время. But we know that it takes time to become Krishna conscious. Мы знаем, что для того, чтобы осознать Кришну, требуется время. But what does it mean from another perspective? Но что это означает с другой точки зрения? Take the time to be Krishna conscious. Означает, что нужно выделить время для того, чтобы быть осознающим Кришну. Invest time in the relationship with Krishna. Вложите свое время в взаимоотношения с Кришной. And that time should be quality time with good quality chanting of the holy names. И это время должно быть качественным временем с хорошим качественным повторением святых имен. When you chant the holy names, give it time. Let it go into your heart of your hearts and let it shake you from within. Когда вы повторяете святые имена, уделите этому время, позвольте ему погрузиться в сердце вашего сердца и то есть как-то протрясти вас изнутри. And then Krishna will go, yes, this person is very attentive. И дай Кришна потом, да, человек очень внимателен. Then you give this person some mercy. Дам-ка я этому человеку своей милости. And then we feel good. И да, мы себя будем чувствовать удовлетворенно. We feel good. So many nice things will happen. Столько всего хорошего будет произойдет. And then he says, the ultimate stage, what will happen?
И затем он говорит, что в окончательной стадии что произойдет, что будет? We'll meet Krishna. Мы встретимся с Кришной. Then that will be nice, won't it? Это здорово будет, правда? We'll actually meet him. Мы на самом деле с ним встретимся. Just like Narada Muni. Как подобно Нарада Муни. He sat down, started meditating, and met Krishna. Он сел медитировать и встретился с Кришной. Dhruva Maharaj met Krishna. Dhruva Maharaj увиделся с Кришной. Nrisimhadeva came out of the pillar for Prahlad Maharaj. Нрисимхадева вышел из колонны для Прахлады Махараджа. And the devotee met Krishna. И преданные встречались с Кришной. We read in the Bhagavatam about those wives of the Brahmins in Vrindavan. Мы читаем в Бхагаватам о женах брахманов в Вриндаване. And the Brahmins were doing their jagya. Брахманы совершали свою ягью. And the cowherd boy said, "Could you please give us something for Krishna Balaram?" И пастушки мальчики попросили, они могли бы нам дать чего-нибудь пожевать для Кришны с Баларамой. And the Brahmin said, "Oh, we're too busy, go away." И брахманы сказали, мы слишком заняты, и уходите. So the boys became disappointed. И мальчишки расстроились. And they went back and they told Krishna Balaram, "We're disappointed." Они вернулись к Кришне Баларам и сказали, что мы расстроились. And then Krishna gave the advice. И так Кришна дал им совет. Go back and ask their wives. Вернитесь, спросите их жен. Their wives are, they have much softer hearts. У их жен гораздо более мягкие сердца. So they went back and they asked the wives, please, can you give us something for Krishna Balaram? И они вернулись к женам и спросили у них, пожалуйста, не могли бы дать чего-нибудь пожелать для Кришны Баларам? And the wives, they just immediately went mad. И эти женщины, они буквально чуть-чуть они стали, то есть буквально сгребать все, что было приготовлено. Йогурт, ги, сладости, понеслись во Вриндаван. Они Кришну не видели, but they were so eager. Но они так стремились. Which is running in the Vrindavan forest. Они побежали, устремились в лес. And all of a sudden they ran around a corner and there he was. То есть они забежали за угол и увидели Кришну. And they met Krishna. И встретили там увидели. And they just became stunned. И они просто были ошеломлены. So here he says, if we will chant Hare Krishna Maha Mantra, we will meet Krishna. И здесь говорится, что если мы будем повторять Hare Krishna Maha Mantra, то мы увидимся с Кришной. And then how will you feel? И как вы себя будете чувствовать? You will feel as though you have just immersed yourself in a great ocean of love. У вас будет ощущение, как если бы вы погрузились в огромный океан любви. And that will be very nice. Это будет очень замечательно. Which, and that is the perfection of life. И это совершенство жизни. To meet Krishna and to serve Krishna. А встретиться с Кришной и служить Кришне. When we go to the transcendental platform, we will meet Krishna. Когда мы поднимемся на трансцендентный уровень, мы встретимся с Кришной. And then on the transcendental platform, we'll serve him in varieties of different ways. И там на трансцендентном уровне мы будем служить ему самым разнообразным способом. Nice things has been described by our acharyas. Самые замечательные вещи, которые описываются в нашем ачарье. In the Brihad Bhagavatamritam, the Vaikuntha Dutas, they tell Gopkumar. В Брихад Бхагаватамрите Вайкунтха Дуты сказали Гопкумару. Know from us for certain. Поверь нам, знай наверняка. That if you come across any saint or person in the world who has the trace of love of God within them, что если вы встретитесь в мире какого-нибудь святого, у которого есть хотя бы след любви к Богу, know for certain that that person has engaged in the chanting of the holy names. Будь уверен в том, что этот человек занимался воспеванием святых имен. There's no other way. По-другому нет его никак. To attain that highest state of spiritual understanding and chanting the Hare Krishna Mantra. Невозможно достичь высшего уровня духовного понимания, кроме как через повторение Hare Krishna Maha Mantra. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. So those are just a few words from Sri Chaitanya Mahaprabhu. Это несколько слов Чайтаньи Махапрабху, которые я хотел. And that's even before he starts describing his verses. Это те слова, которые он произнес еще до того, как он начал описывать свои стихи. So you can imagine once he starts saying Chaito Dharpa Namarjanam, what's going to happen? Можете представить себе, что произошло, когда он начал повторять Chaito Dharpa Namarjanam. The essence is that we should have great faith in Sri Chaitanya Dev. Суть в том, что мы должны иметь огромную веру в Шри Чайтанья Деву. We should have great faith in the process that he's given. И мы должны иметь огромную веру в метод, который он дал. And then we should dedicate our lives to do that. И затем мы должны посвятить свою жизнь и делать это. So many lifetimes
we've done the same thing. Столько жизней мы уже занимаемся одним и тем же. So many lifetimes we've been mothers and we've been fathers and we've been children and we've been everything. Столько жизней мы подряд мы уже были матерьми, отцами, детьми и все такое прочее. But it's been a long time since we had pure love for Krishna. Но так давно у нас уже не было чистой любви к Кришне. It's within. Она внутри. But it has to be awakened. Но ее необходимо пробудить. So this lifetime we should dedicate ourselves for that. И эту жизнь необходимо посвятить этому. Okay, thank you very much. We will chant. Мы сейчас немножко еще поем. Is that okay? Хорошо? You give your permission? Разрешаете? Where is he? Is he here? То есть вы доедете до сюда? Через сколько? In 5 minutes. Okay. Krishna, 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 Hare Hare.
Hare Hare,
Кришна, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Krishna Krishna Before everyone runs away, we have something to present to you. Перед тем, как все разойдутся, у нас для вас есть маленькие вещи. Every year when we roll into Moscow, we have a new recording. Каждый раз, когда мы вываливаемся в Москву, мы делаем новую запись. So this year it's called Temple of the Heart. Это называется Храм Сердца. And these are two bhajans and two Hare Krishna melodies. Здесь два бхаджана, две мелодии Хари Кришна. And it has all been composed by our maestro Bhima Krishna Prabhu. И писала наш маэстро Бхима Кришна Прабху. Do not be miserly with your applause. So they're very people they seem to like. And this has our entire Kazakhstan bhajan group on it. Anna Payani and Surya and Bimal and Misha. And little Radhisham and Jai Dave. And a new member, Tyre Prabhu. And it's very, very beautiful. Очень красиво здесь. So we'd like for everyone to get one this evening. Поэтому мы хотели, чтобы все помогли получить сегодня вечером. And if you take one, we'll put our thumbprint on it. То есть если мы вы возьмете, мы пальчик приложим. We will sign it for you. Recently, I had to go for a medical test in India. Недавно мне нужно было проходить медицинское обследование в Индии. And they took my signature three times. И они для этого обследования три раза у меня брали подпись. And then they took three different imprints from my thumb. И три различных отпечатка пальцев. So we'll sign the CD for you. Поэтому подпишем вам CD. But everybody please take one. Is there anyone here who got the CD when we were in Ukraine? Кто-то из тех, кто есть уже на Украине, получили? Anyone got it in Ukraine? Put your hands up. Кто на Украине себе такой заполучил? Two people. Двое. Okay, so you all have to see me. Поэтому вы ко мне подойдите. Because this copy
has an extra track on it. Само что здесь есть еще дополнительная дорожка, дополнительная запись. There's a, you know that melody that we sang first this evening? Здесь эта мелодия, которую мы сперва пели вечером. That melody I got from one of my friends who was a great kirtan leader. His name is Madhava Babu. Эту мелодию я позаимствовал у одного своего друга. Он потрясающий поет киртан, Мадхава Прабху. Has anyone here ever been in kirtan with Madhava Babu? Кто не был на киртане с Мадхавой Прабху? Madhava Babu can, he can sit with his eyes closed and play the harmonium and sing for hours and hours and hours. Мадхава Прабху может сидеть с закрытыми глазами в своей гармонии и петь, играть часами, часами, часами напролет. One time I was at one festival. Madhava Prabhu led kirtan for about 8 hours straight. Однажды я был на одном фестивале, и Мадхава Прабху вел кирна 8 часов. Same melody. Да, но это уже мелодия. Sometimes the melody was, you know, rising up very high and everybody was dancing like mad. Иногда мелодия, она, то есть, поднималась вверх, выстрелялась, все танцевали как сумасшедшие. And then the melody coming back down, everybody sitting for an hour or so. Затем мелодия успокаивалась, и все садились на час. And then everybody dancing like mad again. Потом опять все танцевали как безумные. And that melody that we sang tonight earlier, he calls that melody gratitude. И эта мелодия, которую мы сегодня утром в начале пели, называется, он ее называет благодарность. And his meditation, he told me, when he chants that melody. И его медитация, которую мне рассказал, когда он повторяет эту мелодию, is like he chants with gratitude for all of the people who came before us in the Krishna consciousness movement, and they gave so much energy of their life for establishing Krishna consciousness, but now they may not be practicing Krishna consciousness so fully. И он поет с благодарностью ко всем тем членам движения сознания Кришны, которые были до нас, которые помогли нам, которые помогли построить то, чем мы сейчас пользуемся, и которые, может быть, сейчас не практикуют сознание Кришны уже. So he says, I always chant with gratitude. Он сказал, что я все время пою с благодарностью. For those great souls who helped to establish this movement. Тем великим душам, которые помогли установить это движение. And then the other Hare Krishna melody is called Thinking of Giriraj. Другая мелодия Хари Кришна называется «С мыслями о Гирирадже». And that is a melody from another one of my god brothers. His name is Badahari Prabhu. И это мелодия от одного из моих духовных братьев, зовут Бадахари Прабху. And why did we call it Thinking of Giriraj? Почему мы называем его с мыслями Гирираджа? Because when we chant this, we think of our god brother Girirajh Swami. Потому что когда мы его поем, мы думаем о нашем духовном брате Гирираджа Свами. Because this is one of his favorite melodies of Hare Krishna. Потому что это одна из его самых любимых мелодий Хари Кришна. And Girirajh Swami is a very, very great soul. А Гирираджа Свами очень-очень великая душа. So when we chant that, we think of this great soul, Girirajh Maharaj, we pray for his mercy. И когда мы поем, мы думаем об этой великой душе Гирираджа Махараджа, молимся его милости. So, this really sounds better than that. Это звучит гораздо лучше. So everybody get a CD, please. Поэтому все получите CD. And I think Subhadra is going to be helping. This is Subhadra. Вот Субхадра. She's going to be helping with distribution. Она поможет их распространять. And the Supreme Soul, Paramatma, is going to be helping with distribution. Верховная душа Параматма тоже будет помогать нам. So everybody take one and I'll sign it, okay? Все возьмите, пожалуйста. And even if you don't take a CD, come and take some prasadam. И даже если вы не купите CD, то придите, подойдите за прасадом. Good night, Hare Krishna. Спокойной ночи. Okay. Sorry.